mil. Várias portas, essa flocha, e fantasma, assim, e pagoda. Capa da vida. Ёлочка вон там какая стоит. Незажжённая. Вот небоскрёб. И вот напротив последнего пива. Пива. Вот мы в центре города. Дождь. И погода. Скажем так. Большая непогода. Пожалуй, это новый торговый центр. Здесь светоч. Вот девушки, которые мокнут и не замерзают. Огоньки, которые еще не горят. Мы в центре Минска. Вот тоже фонтаны действующие. Вот тоже какая-то молодежь. Кто-то изображает. Значит, это Москва. Округа вся в дожди. В дождях. Вот он, сырой вечерний Минск. Тут центр. Я не знаю, сколько этажей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Наверное. Вот это там небоскреб рядом. Это вот. Где-то здесь было общежитие, в котором я начинал. Поступал этажи. Ну, наверное, небоскреб стоит на нем. Вот вечерний Минск. Вечерний Минск. Вечерний Минск. Вечерний Минск. Вид на речку. На, как это, предместье там, как оно называется. Старый город. Вот. И вид на верхний город. Как там все в фонарях. Да, собор этот. Вот видно, как не звучит. Ну, вот видно. Проспект. Черный Минск. Так. Листит. Вечерний Минск с обзорной площадки верхнего города. Вот. Беларусь, речка. Речка отражается. Вот. В соборе тут поют батюшки. На обзорной площадке. Красота. В центре Минска. Возле ГУМа. Так выглядит. Красиво. И вот чудо, чудо. Центр Минск над столицей. Дедушка Ленин там. Вот это что вот это? Какие-то елочки. Что это такое? Вот
Слякоть. Идет мокрый снег. Университет, альма-матер. Физфак. Школка, где я учился. Виды с вершины моста. Вокзал. Вот там вокзал. Вот. Там что-то светится. Элита. Минск. Вечерний Минск. Слякоть. Вид с другого места. Вид на улицу пригожая, красивая. Вот, красиво. Было когда-то деревянная застройка. И вид на улицу Чкалова. Вот и детская больница. Остановка. Наша остановка. Деревья подрезали. Вот тут метро будет где-то строится. Уже слышно было, как сваи. Стучали. Вот метро. Идем метро. В нашем саду. Вот так. Снежок какой-то пошел. Температура плюсовая. Надеемся, что не заметет. Вот. Минск в декабре. Вернее, 9 декабря 2017 года.